Анна Акопин? Кто? Что? Она не имеет права вмешиваться. Она примешивает себя, знаешь, как к чертовскому ряду женщин, которые несли только зло и кровь. Кондолиза Райс, которая способствовала тому, чтобы уничтожили Ирак. Хиллари Клинтон, которая радовалась уничтожению Ливии и способствовала уничтожению Ливии и радовалась гибели Каддафи, смеялась еще, смотрела в айфон. Женщины, которые влезают в политику, они руки дьявола. И пока мы, как народ, будем молиться на золотого тельца и будем забывать о национальном главном градиенте своих идеалов, вот все время как мышки будем прятаться в норках. Все время будут находиться предатели, которые будут говорить, а давайте помиримся, а вдруг станет хорошо, а вдруг не станет хорошо. И что вот будешь делать? Возраст – хорошая штука, и когда много знаешь. Я уверена, что вот даже если это сейчас приключится, хотя мне кажется, что нет, в 27-м году все будет на своих местах, и Армения будет больше. Гораздо больше. Союз с русскими всегда созидателен, потому что у нас идентичные ценности, системы ценностей похожи. Мы воюем одинаково, мы дружим одинаково. Это очень важно. Это главное, что определяет людей. У русских есть почему-то поговорка «поскреби русского, найдешь татарина». Неправда. Поскреби русского, найдешь армянина. И это точно. И вот эта книга Чайковский, да, пример там. Поскребла, хотела соскрести голубую краску, а нашла армянина.